Господи, какая красота! Я не могла мимо пройти. Смотрите, какое дерево! Какое дерево! Там люди сидят под деревом, но я хочу его снять. Какое красивое! Смотрите, как красиво! Люди отдыхают. Здесь везде деревья цветут. Это не только одно дерево. Красота! Как пахнет! Здесь просто... Здесь просто красота. Слов нет. Так, я надеюсь, что наши мужчины нашли лучшее место. Муж вдруг сказал, что они сюда приехали с утра пораньше и заняли хорошее место. Есть, говорит, люди, которые с ночи аж приехали, чтобы занять хорошие места. Ну, как видите, да, вот хорошие места, это под такими вот деревьями, чтобы была зелень. Не просто вот на голой земле сидеть. Ну, посмотрим, что там нашли наши мужички. Так, Зулечка там позади, муж с коляской впереди. Я не смогла эту коляску вести, точнее. Деревья все такие прикольные. Вот лысые, но все равно своей красоты не теряют. Вообще, знаете, за что я люблю турецкий народ? Хотя говорят, что я прям вечно недовольная. Нет, это неправда. За что я люблю турецкий народ? За то, что они умеют отдыхать. Проработал неделю. В конце недели они умеют расслабиться, отдохнуть. И вообще турецкий народ, они никуда не спешат. А вон и море впереди. До моря мы дошли. Они постепенно, так знаете, жизнь проживает между распитием чая. Здесь, конечно, цветущих деревьев особо нет, как на той стороне. Но здесь есть море. Скорее всего, наши мужчины урвали место у моря. Чему я очень-очень рада. У моря тоже... море вообще забито. Летом здесь бывает красота, вот эти вот арки все зеленью покрываются. Вот дорожка здесь. И вот смотрите, вам, наверное, не очень видно, но народу просто куча. Вот и до моря дошли, видишь? Лучше, чем в том месте, даже? Да. Там, конечно, зелень, но здесь как бы... Здесь ты ощущаешь, что ты на отдыхе. Море, манго, море, дым и цветочки. Вот это вот аромат, все перемешалось. Мусорные баки. Фигово куча. Это хорошо, чтобы люди не оставляли после себя мусор. Море очень красивое сегодня. Ну, в принципе, уже море все время будет красивое. Есть еще вот столы, видите, да, специально для отдыха, которые. Так, наш папка, я вижу, ближе к морю. Зуль! Зуля! Так, как здесь пахнет море. Везёчки были? Смотрите, да? Мелкий-мелкий лук, помидоры черри, курочка, прелесть. Это все будет на мангале. Люди отдыхают. А фетосусы. Красота! Море чистое! Какое чистое!
я радуюсь, как маленький ребенок. Ну да, в принципе, а что мне не радоваться? Что мне не радоваться? Все у меня в жизни, в принципе, есть для счастья. Так же, как и у многих из вас. Просто мы не замечаем этого. Не замечаем хорошую погоду, не замечаем солнышко, не замечаем, что мы утром проснулись. Спасибо Всевышнему, проснулись здоровыми. Вдвойне спасибо Всевышнему. Поэтому нужно радоваться, мои хорошие. Конечно, я понимаю, что когда за окном постоянно снег, то радости меньше. Но что делать? Снег тоже нужно любить. Чего-то далеко совсем ушли наши. Я пока прикрою камеру. Мы все идем и идем, никак не дойдем до этого места. Я не знаю, где он там это место нам выбрал. Я уже вот вдоль моря иду. Просто суперская погода. Настроение тоже такое же отличное, как я и сказала. И всем желаю всего хорошего, не только сегодня. Фух. Так хорошо, что есть вообще такие места, куда ты можешь приехать, вот так вот просто отдохнуть с семьей. Опля. Море супер. Там позади Измир. Красота. Так, у нас вот эти вот два стола. Вот этот с курящим мужчиной. Мои детки спят. И вот этот вот. А он из Ульчики идет. Так получилось, что мы сегодня все в армейском цвете. Все эти хаки. Не знаю почему. Как-то вот так случайно совпало. Каждый собирался по отдельности, в принципе. Я рассказываю, что мы все сегодня в армейском цвете получились. У нее музыка звучит. Она девочка музыкальная, постоянно с музыкой, с наушниками, с песнями. Красота. Здесь только деревьев не хватает с этими цветочками. Mm-hmm. Там тоже позади парковая зона. Вау, слушай, видео выкладываю в Инстаграм, опять пишут ваше видео, содержит музыку чью-то, чего-то. Знаешь, такое не было. Не смогла не снять вам воду, настолько, посмотрите, чистая прозрачная вода. Это просто нечто. А как море пахнет сегодня. У-у-у. Народ все прибывает и прибывает. Кто-то в воду залез ногами. А вот здесь мальчики были, которые, вон там, мальчики сами пришли, без родителей, они купались, представляете? Мы ждем, пока все соберутся. Маме не синуля. Аслан! 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 Солнышко! Аслан! Аслан! Птенчик! Убери пальчики со рта! Солнышко мамина! Ты солнышко мамина? Да? Мамино солнышко. Народу, конечно, вот так вдоль берега очень много. Вот девочки сидят, они почти все залезли босыми ногами в воду. Попрыгали, поплескались. Ну, ножками только. Сидят теперь.
Да ты уже попала 250 раз в кадр. Решили с Зулечкой немножко пройтись по парку. Господи, как здесь вкусно пахнет в воздухе, травой. Цветами. Цветы и трава, да. Чуть попозже, где-то через месяц-другой, здесь все будет зелено. Сейчас вот деревья, ну, сами видите, да, полулысые. Здесь уже почки проступают. Почечки уже вот видны. И мамина сладкая, скоро вот почки раскроются. Шкур, небо сегодня очень красивое. Да и море, блин. Море, цвет красивый, небо. Прям бесподобно. Море такое бирюзовое какое-то, такого цвета лазурного. Так, наши мужчины там уже жарили овощи на мангале. Муж выгуливал детей. Дочь проснулась, как обычно. Наша королевишна. А мы вот гуляем. Отдыхаем. У нас сегодня законный выходной, Зули. Да. Точно. Да, вот справа вот там море. Мы, получается, идем вдоль берега моря. Народу все больше и больше, все прибывает и прибывает. Посмотрите, сколько бы ни было народу, но все-таки в парке сохраняется чистота. Люди стараются за собой убирать. Стараются, хотя... Ну да, если как твой муж привез коробку. Ну да. Все, вот так все приходят. Не, почему? Мои вот насчет этого, что где бы мы ни сидели, все собирают. Ну там по тоже шпакет. Мы сидели, прям до тарелочки бежали, да. Выбросить. Есть. Кто в доме соблюдает чистоту, тот и на улице будет соблюдать. Красота. Вот он, кентавр. Видишь, белый. Может, залезешь на него, я тебя сфоткаю? Не хочу. А что так? Это оливки? Нет. Ким? Нет, это не оливковое дерево, это другое какое-то. Кентаврик! Таврик, таврик, кентаврик! Не в Древней Греции. Мы не первые. Вон, наши цветочки заняли. Все равно пойдем туда. Там есть цветочки желтенькие. Мы хотим лечь рядом. Хочу полежать там. Что, вот это что за растение такое прикольное, даже? Ой, так пахнет. Стало очень жарко, кстати. Я насколько вот теплолюбивое создание, даже мне жарко. Так, эти тоже на цветочки идут? Вон, видела вон те цветочки? Голое дерево, листочков нет, но цветы есть. Голый кустик, точнее. Он обрезанный, его недавно только обрезали. Вот здесь мы с сыночком топали, топали, топ-топ-топ ночками он делал здесь. Вот так губу свою вытащил. Ложись. Вот здесь уже кто-то полежал. Нет, надо же место ложись. Я хочу вот здесь. Давай, сейчас мы будем пытаться устраивать фотограф Зуля. Меня сейчас будет снимать со всех сторон. Ракурс главное, подобрать ракурс. Так, приехала заловка с мужем. Свекровь со свекром не смогли. Они доехали до сюда, но свекр не смог дойти. Он пешком большое расстояние не может пройти. А тут где-то минимум километр. Мы это не учли. Вот. Мы уже поели курочку. Вот. Партия очередная. Мантар мы знаем. Да, не мы. Мантар, тамам. Мантар биттики, салата яптык. Мантар. Йом атым. Йок, йок. Бен салат елим. Они этот, баклажаны и грибы запекли на мангале, пожарили и сделали из нее салат. Вкусно, кстати, получилось, запахом дымка. Башка, это йок мы? Кёфте мефте еп? Almadın mı? Köfte var ya. Ha. Ako, kırmızı biberi versene. Ayo, mamin şpit. Sinuli одного из нас. Одного из нас. Мама сделала эти котлетки. Atayım mı? Gidecek mi? Yok, ben yemeyeceğim. Sordum sadece. Yok.
Мы, походу, здесь до утра, потому что заловка с мужем приехали. Столько всего понатащили. Они пьют турецкий водка. Турецкий водка пьют. Вот она. Ракы называется. Ну, еще бы на берегу моря сидеть и не пить водку. Не-не? Аслан сюда. Аслан сюда. А, львиное молоко, говорит. Посмотрите, да, какие сигареты курит наш зять. Он перешел на вот такие натуральные сигареты. Натурпродукт. Сам делает. Вот. Бережет здоровье. Как бы смешно это ни звучало, конечно, куря сигареты, бережет здоровье. Вот так. Уметь надо, уметь. Так, мы поели тут, остались одни косточки у нас. Детки спят, накормила я их. Одного я, одного Зуля. На прошлой неделе же ездили на пикник. Хлеба было много, продуктов много осталось. Все мы поделили между собой. Моне, телефон. Едем мы? Ай. Это коробка из-под телефона. Я как любопытная сорока хожу здесь и снимаю. Проси да, за ловки. Может, она может попросить сына, портативку у него есть или нет? А я не знаю, как на турецком портативе. Как я сейчас это объясню? Батарея, которая заряжает отдельно телефон. Сейчас я так и объясню, да. Мы все еще в парке, все еще сидим, все еще жарим, попиваем чай уже. Сынуля занят, крушит все. Зуля забрала коляску с дочерью, катает ее. У кого чай? У кого ракы? Биржан! Вы знаете, вечер, солнышко скоро садится, а народу все больше и больше. Народ прибывает и прибывает. Здесь вообще принято на мангале мясо жарить к вечеру, после обеда. Народу не то что меньше, меньше точно не становится, их дофига становится. Но никто ни на кого не обращает внимания вообще. Каждый отдыхает, как ему нравится. Кто чай пьет, кто пиво пьет, кто ракы пьет, кто соки пьет, кто воду пьет. И все тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Молодцы. Мы идем в одно местечко. Попудрить носик. Вода тоже, кстати, вот так вот течет, есть краники. Так, смотрите. Не знаю, на этом, наверное, я закончу сегодняшнюю съемку. Не знаю, что еще снимать, скоро стемнеет. Хотя не знаю, может, еще что-нибудь сниму. Мами! Солнышко мамина, что-нибудь скажешь? Да? Расскажешь что-нибудь? Давайте сейчас мама тебе в сторону солнышка поверну, Кась. Или не надо? Не надо? Не надо? Или надо? Не надо. Не буду маму тебя поворачивать, мамин птенчик. Мамин птенчик это моя красавица. Да? Ой, да. Потревожили красавицу. Уже вечереет, уже немножко прохладный ветер. Да. Мы с принцессой ждем Зулечку. Зулечку ждем. Ой, сынуля остался с папой.